Всем привет, с вами Элла Дезертир, и сегодня у нас объявление для вас. Да, всем действительно приветушки, и надеюсь, оно вам понравится. Ну что ж, настало время турниров, давно у нас их не было. И, естественно, мы будем разыгрывать очень офигенный подарок, который предоставили нам сами Blizzard. Подарок — это StarCraft Legacy of the Void. И сейчас нам Дезертир зачитает правила. Да, перейдем к правилам, и в общих правилах у нас есть такие интересные вещи, как... Не смотреть стрим во время турнира. Если судьи это замечают, вам следует автоматическое исключение из турнира. Не использовать ненормативную лексику, попросту не материться, не ругаться. Быть во время к началу турнира, а лучше за 10-15 минут до начала. Не затягивать игру, если уже понятно, что ты проиграл. За несоблюдение правил будет дисквалификация с турнира без предупреждения. Далее пойдут требования к игроку для принятия в турнир. Итак, у вас обязательным фактом должна отсутствовать Legacy of the Void. У вас должна быть при этом полная версия StarCraft HOTS. Вы имеете право состоять в любой лиге, кроме мастера и грандмастера. У вас должен быть стабильный интернет. Вы свободны 13 и 14 ноября 2015 года с 16:30 по 19:00 московского времени. Сам стрим начнется в 17:00 по Москве. Вы должны вступить в нашу группу ВК и в официальную группу StarCraft. Далее перейдем к подаче заявки. Для участия в турнире вам нужно прислать нам в группу ВК заявку со следующими данными. Вот ссылка. Там должно быть ссылка на ваш профиль StarCraft, имя вашего персонажа в игре, стак-кланом, если имеется, расу, которую вы будете играть все время. Менять на протяжении турнира нельзя. Пример заявки указан ниже. Далее идет система проведения. Отборочные игры играются до одной победы, в четвертьфинале – до одной победы, в финале же идет до двух побед, по три. Встреча и приглашения на игру будут раздаваться из сообщества Ильдериэль, как в него вступить можно узнать тут. Карты на турнире – на данный момент все карты, которые доступны для режима 1 на 1. Вот, на этом правила заканчиваются, и если есть какие-то дополнительные вопросы, вы, естественно, можете оставить их под видео на моем канале или же на канале Дезертира. И если вдруг вы не знаете, где они, в полезных ссылках можете нажать и перейти по ним. И еще раз повторюсь, что не забудьте вступить в нашу группу ВКонтакте и в группу официального StarCraft России, тоже в ВК. И еще раз спасибо им, что они предоставили нам ключ. Если этот турнир удастся, может быть, не хочу забегать вперед. Будут еще ключи от разных других игр. У тебя есть что еще добавить? Да, хочу добавить, что все ссылочки, естественно, будут в описании, поэтому, если вы вдруг не нашли какого-то места, заглядывайте туда, и, собственно, там все есть. Такие дела. На этом все. Всем пока. Пока-пока.